Привет, ребята! Сегодня мы начинаем нашу третью тренировку для подростков. Поехали! И давайте, как обычно, начнем нашу тренировочку с разминки. Делаем повороты головы в стороны, назад, вперед. Медленно, осторожно. И круговые вращения. Против часовой стрелки и по. Молодцы. Теперь разминаем плечи. Обратно. Делаем все медленно, никуда не спешим. Сегодняшняя тренировка будет немножечко подлиннее, чем прошлые. Теперь крутим круги руками, сгибая их в локтях. Обратно. Молодцы. И теперь прямые руки. Обратно. Дальше выполняем повороты корпуса. Ноги ровные, руки на пояс. И наклоняемся вперед, в сторону, назад. Помогаем себе бедрами. Обратно. Хорошенько наклоняемся. Молодцы. Остановились, тянемся в сторону. И вторая рука. Ноги ровные. Молодцы. В центр. И в другую сторону. Молодцы. Немножечко шире ноги ставим и тянемся руками к полу. Вторую руку поднимаем. Опять вниз. Вторая рука. Наверх. Наверх. Ноги при этом ровные. Выдох наверху, когда смотрим в потолок. Молодцы. Глубокий вдох встали. Выдох, опустились. Вдох. Выдох. И последний раз. Выдох. Теперь разминаем колени. Обратно. Умнички. Теперь каждая нога по отдельности. И вторая ножка. Молодцы. Еще раз сделали глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох. Теперь сделаем выпады в стороны. На одну ногу, вторую. Одна нога, потянули ее хорошо, вторая. Носочек смотрит наверх. Присаживаемся как можно глубже. Растягиваем внутреннюю поверхность бедра.
Молодцы, встаем, отдыхаем. И сейчас мы приступим к нашей кардиотренировочке небольшой. Немного разогреемся. Молодцы, поехали. Теперь делаем бег на месте. Высоко поднимаем колени. Поставьте себе руки, и вы должны касаться ногами, ногами к рукам. Да. Дыхание ровное. Повыше поднимаем ножки. Еще немного. Молодцы, остановились. Теперь прыжок в сторону, в другую, Помогайте себе руками. Слишком далеко не прыгайте. На уровне расставленных ног должны быть прыжки. Одну при этом поднимаем, и второй становимся на пол. Помогаем руками. Выдох, 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 выдох. Не спешим. Побежали, побежали. Опять бег на месте. Следите за дыханием, за своим самочувствием. Самое главное, если устали, ничего страшного, отдохните. Поставьте видео на паузу. Я не буду на вас кричать, ругать вас. Главное, ваше здоровье. Отдохните немножко и приступайте обратно к тренировке. Вернемся к прыжкам. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и поехали дальше. Бегаем около полминуты, минуты, сколько вы можете. Теперь у нас бег в планке. Становимся на вытянутые руки и побежали. Ноги поджимаем к прессу. Попа у нас не топорщится вверх. Опять же, старайтесь держать более-менее ровную линию. Дыхание ровное. Еще немножко. Бежим столько, сколько сможем, я вас не заставляю. Главное, не жалейте себя и воспринимайте тренировку так, чтобы она была вам в пользу. Теперь у нас прыжки. Звездочка. Расставляем ноги шире, руки поднимаем. Выдох, выдох, выдох. Еще немного осталось. И опять побежали. Немножко отдышались, встали ровно, выпрямляем ноги и поехали. Поджимаем животик, работает пресс, ноги, все тело. Мы хорошенько должны разогреться перед нашей тренировкой, чтобы ваше сердечко заработало, чтобы вы были готовы к нагрузкам. Давайте, девчонки, осталось немного, и молодцы, отдыхаем. Отдыхаем, мы молодцы, медленно встаем. Немножечко отдохните. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох ртом. Последний раз вдох и выдох. Умнички. Берем воду, пьем нашу воду, не забываем об этом. Пару глотков. И давайте приступим к нашему первому упражнению. Ноги вместе, руки за голову. И делаем одной ногой шаг в сторону. Приседаем как можно глубже, подставили ногу и опять той же ногой шаг в сторону. Встали, выдох и обратно. Получается, у нас будет приседание как в две точки. Просто мы подставляем ногу, потом отставляем ее обратно и так далее. Главное не спешить, следить за техникой. То есть у нас колени смотрят по направлению с носками. Приседаем мы как можно глубже, попу опускаем пониже, спина ровная. И при подъеме мы делаем выдох. Не спешим. Сделаем 28-25 раз. Делайте упор в пятки, когда вы встаете, чтобы больше работали ягодицы. Руки не опускаем, стараемся тоже дать им такую небольшую нагрузку.
теле. Выдох. Выдох. Когда встаете, старайтесь сжать ягодицы. Еще немного. И последние разы. Молодцы. Отдыхаем. Умнички. Ложимся на коврик и приступаем к нашему упражнению на пресс. Облокачиваемся на пол. Прижимаем поясницу к коврику, руки за головой. Прижали животик. И теперь делаем такое упражнение велосипед. Поджимаем колено к себе и локтем движемся по направлению к нему. При этом лопатки у нас подняты, прижата только поясница. И ноги на пол мы не кладем, чтобы не уходила нагрузка с нашего пресса. За шею себя ни в коем случае не тянем, просто придерживаем свою голову. Выдох, 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 выдох. Немного быстрее. Чувствуем, как напрягается пресс. Молодцы. Опустились, отдохнули и встаем. Сейчас вспомним наше упражнение. Отдохнем немного. Молодцы. Встали ровненько. Присели, встали, подставили ногу, опять присели, встали, подставили. Другую сторону, выдох, подставили, присели, выдох. Старайтесь немного пошире ноги поставить, когда вы отставляете ногу. Сжимаем ягодицы. Не горбимся, спина ровная. Еще немного. И еще немножечко. И последний раз. Молодцы, наконец-то. Я надеюсь, вы довольны там. Не кричите, Таня, хватит. Вы еще потом спасибо скажете в конце тренировки. Отдыхаем и ложимся на коврик. Повторяем наше упражнение. Крутим педали, велосипед. Руки за голову, животик прижали, поясница прижата. Теперь отрываем лопатки от коврика и тянемся к колену. Делаем 40-45 раз, просто в быстром темпе, это будет не так сложно. Ноги мы опять же не кладем на пол. Хорошенько тянемся локтями, чувствуем, что скручиваются косые мышцы пресса. Быстрее. Молодцы. Отдохнули. И встаем. Отдышались немного. Глубокий вдох, выдох. Берем воду
пьем пару глотков. Всего лишь парочку. И теперь берем стул или пуфик, или это будет ваша кровать, все что угодно. Берем одну ногу, берем ее и ставим ее на носочек на поверхность. Немножко отпрыгните, чтобы при приседании угол в колене опять же был 90 градусов. То есть он не вылазил, колено не вылазило у вас через носок. Все, запомнили? И теперь встаем. Опускаем таз, встаем. Чувствуем, как напрягается ягодица на той ноге, которая у нас впереди. И выставляем ручки вперед. Да, опять же, даем нагрузку еще и на руки. При подъеме выдох ртом, при опускании вдох носом. Сделаем 20 раз на каждую ногу. Животик подтянут, тоже следим за вашей спиной. Спина ровная, не горбимся. Опять же, упор на пятку, не забываем. И теперь меняем ногу. Теперь у нас левая идет назад, или правая, как вам удобнее больше. Теперь выставляем ручки перед собой, вытягиваем их как хотим. И поднимаемся. Чувствуем, как работает ягодица. Бедра хорошо также прорабатываются. Упираемся в пятку, когда встаем. Не носочком поднимаемся, а именно пяткой. Еще немножко. Молодцы, встали. Ножки уже хорошо чувствуются, да? Убираем стул или отходим от кровати вашей. И теперь ложимся опять на коврик. Давайте заработает наш пресс теперь. Упираемся ладонями, поднимаем корпус, попа ровная, то есть у нас прямая линия, да? И пододвигаем ногу к себе. Вторую ножку к себе, скручиваемся. Выдох, выпрямились, выдох. Попа у вас не должна провисать, старайтесь держать ровную линию. И ставим ногу на пятку. Старайтесь почувствовать напряжение пресса, что у вас работает пресс, а не что-то другое. Выдох, выдох. Молодцы, опустили попу, отдохнули, немного отдышались. И выдох, вдох. Молодцы, берем наш стульчик. Смотрите, чтобы он опять же никак не двигался, чтобы вы не завалились на пол. И теперь правую ножку или левую, как вам удобно, ставим на поверхность. Немножко отпрыгните. Уже изначально понимаете, как ваше колено будет выдвигаться вперед. Так ставьте ногу. Руки выпрямляем у нас опять. Ручки работают. И опускаемся и поднимаемся. 20 раз на каждую ногу. Опять же сжимайте ягодицы, чтобы еще больше дать им нагрузку. Немного. Молодцы. Умнички. Немного отдохните. Потрясите ногами. Остался один подходик на одну ногу. И ставим теперь уже левую ножку. Правой прыгаем. Руки вперед. И поехали. Опустились. Поднялись. Раз. Два. Выдох. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, еще 14, еще 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Умнички. Отдыхаем. Убираем стул. Давайте сделаем еще подходик на пресс, немного отдохните.
Вдох, выдох. Вдох, выдох. И последний. Вдох и выдох. Ложимся на коврик. Ставим руки. И поднимаем попу. Ноги уже ставим на пяточки. И поехали. Раз, два, три, выдох. Четыре, пять, шесть. Попу не опускаем. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать еще, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Еще 21, 22, 23, 24, 25. Молодцы, опустились. Встаем, немножечко отдыхаем. Еще раз глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. А пока вы пейте пару глотков водички, сядьте на коврик, а я пока вам покажу мой любимый рецептик перекуса, который вы сможете взять с собой в школу. Для его рецепта вам понадобятся хлебцы, 1 чайная ложка меда, миндаль, персик, банан, творожок или сметана и немного творожной массы. Берем 100 грамм творожной массы, неважно какой жирности, и заправляем ее сырком. Добавим сюда 1 чайную ложку меда и все тщательно перемешаем. А теперь берем банан и персик и нарезаем. На самом деле это могут быть любые фрукты или даже овощи. Только старайтесь, чтобы кусочки были не слишком толстыми. Далее я возьму хлебцы. Они могут быть любой фирмы или формы, которая вам только нравится. Намазываем на них не слишком толстый слой нашей смеси из творога и меда и выкладываем фрукты. Можете делать ассорти из фруктов или сделать отдельные с бананом или с персиком, а можно просто с орешками. И каждый из получившихся бутербродиков выкладываем в наш контейнер для еды. На самом деле это очень вкусный и очень сытный перекус, который очень удобно взять с собой в школу, на работу, в университет, куда вы захотите. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне. Ну а теперь приступим к нашей кардиотренировочке. Опять же начинаем все то же самое. Бег на месте с высоким подниманием колен. Дыхание у нас, как обычно, ровное. Я надеюсь, вы немножко отдохнули за время показа рецепта. Так что начинаем нашу тренировку с новой силой. Повыше поднимаем колено. Приземляемся на носки и бежим. Молодцы. Теперь прыжки в стороны. Помогаем руками. Выдох, выдох. Приземляемся на 1 ногу, вторую сторону. Еще. Молодцы, побежали. Бежим, бежим. Повыше ноги. И теперь прыжки. Прыг, прыг.
Помогаем руками. Не останавливаемся. Еще немного. Отдышались немножко. И опять делаем бег в планке. Поставили ноги и побежали. Пододвигаем колено как можно ближе к прессу. Руки ровные. Дыхание не сбиваем. Еще немножко. Остановились. Встаем и прыжки на месте. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Шесть, семь. Продолжаем. Еще немного. Молодцы. Опять бег в планке. Отдышались. Еще немножечко. Давайте, девчонки. Еще совсем немного. Если устали, немножко отдохните. Ничего страшного. Выносливость у всех разная. Температура в квартире у всех разная. То же самое. Опять же, старайтесь проветривать квартиру, чтобы немножечко ветерок какой-то легкий был у вас в комнате. А то с нашей жарой, извините, но это невозможно, конечно. Но стараемся. Встаем. Отдыхаем. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. Берем водичку, пьем пару глотков. И следующее наше упражнение. Для начинающих оно может выглядеть так. Вы просто опускаете колени. Если вы давно занимаетесь, то выставляем ножки ровные. И мы становимся в такую планку на локте. И плывем. Отодвигаем одну руку вперед, затем выводим ее назад. И становимся в исходное положение. Главное держать опять же ровную линию, попу слишком высоко не поднимать и не опускать ее слишком вниз, ровная линия корпуса. Здесь у нас работает практически все, пресс, руки, ноги, все абсолютно. Отдыхаем. И в следующем упражнении у нас тоже будет два уровня, для начинающих и для более продвинутых, потому что все-таки выносливость и натренированность у всех разная. Немножко отдохнули. И если вы начинаете, то стойте на коленках. Опять же, мы делаем такую кобру, можно сказать. А если мы давно занимаемся, то стоим на ровных ножках. Выдвинули попу вперед, наверх ее, да? И немного сгибая руки в локтях, выдвигаемся вверх, как будто пролезаем через какой-то заборчик. Главное немножечко согнуть руки в локтях, когда вы опускаетесь, чтобы у нас заработала грудь, руки, спина. Здесь абсолютно все работает. Попа наверх. Спина ровная, опустились, выдох, попа наверх, спина, опустились, ручки сгибаем, стараемся сгибать их, старайтесь, чтобы у вас был прогиб в спине, когда вы вот сейчас опускаетесь, сделаем 10 раз, столько, сколько сможете, чтобы почувствовать нагрузку. Еще немного. Опустились, потянулись. Молодцы. Медленно встаем, отдыхаем. Так что попробуйте, в каких уровнях вам будет легче, стоя на коленях или на ровных ногах. Пробуйте. Вы должны сделать хотя бы раз 10, хотя бы. Постарайтесь, очень постарайтесь. 2, 3, встали, 4, держим равновесие, 5, 6, 7, 8, 9, 10, сметаем все на пути, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, еще 18. Молодцы. Отдыхаем. Делаем столько, чтобы у вас просто уже началось все трясти. Когда у вас трясется ноги, пресс, все трясется, это значит, что вы получаете нужную нагрузку. И поехали наше следующее упражнение. Раз 10 давайте сделаем. Попу подняли, спину выпрямили и поехали. Раз, выдох сделали, вернулись в то же положение. Два, руки сгибаем, вернулись. Три, выдох мощный. Четыре, еще. Пять, выгнулись. Шесть. Семь, сгибаем ручки. Еще. Восемь. Девять. И последний. Десять. Опустились, потянулись. Отдыхаем. Растяните спинку, расслабьтесь. Отдыхаем. Глубокий вдох, выдох. Немножко отдохните, встаньте. Глубокий вдох. Осталось совсем немного, два упражнения. Вдох, выдох. Пьем воду. Опять же. Молодцы. И возвращаемся на наш коврик. Ложимся на спину. Прямые руки выводим назад. И при подъеме таза мы поднимаем ручки и выводим их к тазу. То есть работают руки. Попу мы не кладем опять же на коврик, чтобы она не расслаблялась. Да. И выводим руки к себе. Выдох. Выдох. Работают у нас ноги, попа, поясница, руки. В общем, все замечательно. Грудь задействована также. Нагрузка, конечно, небольшая, но все же она есть. Я думаю, для подростков это то, что нужно. Делаем 25-30 раз, столько, сколько сможете. Еще немного. Выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы. Отдохнули. Встаем, переворачиваемся. И сейчас делаем не совсем обычное отжимание. Опять же, я вас начинаю по-новому мучать. Становимся на коленки. В исходное положение, как обычно. Руки на уровне груди. Но теперь одну ручку выставляем вперед, отжались. Вернули ее. Вторая вперед, отжались. То есть отжимаемся на разных уровнях. Если у нас изначально стояли руки вместе, теперь у нас идет одна рука вперед, возвращается, вторая вперед, возвращается. Немножко по-новому задействуем наши руки, нашу грудь, новую нагрузку дадим, потому что если делать одно и то же постоянно, привыкаешь и никакого прогресса не будет. Сделаем 20 раз. Надеюсь, вы сможете уже 20 сделать. Улучшаем свои силовые показатели. Еще немножко. Корпус. Я думаю, вы знаете, что нужно держать ровным. Попа не топырщится. Топырщится — такое слово. Я, наверное, ее придумала, это слово. Отдыхаем. Тянем спину. Отдохнули. Встаем, немножечко пройдитесь, отдохните. Осталось еще немножко, совсем чуть-чуть. Ложимся на коврик, повторяем наше упражнение с подъемом таза. Выставили ручки назад, над головой. И поехали. Раз,
Два выдох. Три. Попу не кидаем на пол. Четыре. Не бросаем ее. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Еще. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. 20, еще немножко. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сжимаем. Молодцы. 25-30 я обычно так и делаю, в принципе. Отдыхаем. Поехали. Наше упражнение с отжиманиями. Попу поджали. Руки на уровне груди. Выставляем одну. Раз. Вернули. Вторую. Два. Выдох. Три. Выдох. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще. 10. Пониже опускаемся. 11. 12. 13. Еще. 14. 15. 16. Молодцы. Отдыхаем. Глубокий вдох, выдох. Встаем медленно, пьем водичку, уже можно отдыхать. Сейчас мы сделаем всего лишь одну заминочку, чтобы у нас потом ничего не болело. Ну, болело, конечно, но не так сильно, если бы мы ее не сделали. Поправляем коврик, чтобы там у вас ничего не мешало. И давайте отдохнем. Глубокий выдох, вдох. Вдох, выдох. Вдох и выдох. И руки на пояс. И давайте потянем шею. Расслабимся. Снимем напряжение. Сегодня была довольно-таки тяжелая тренировка по сравнению с прошлыми. Я стараюсь, как обычно, давать что-то новенькое, чтобы вы удивляли свое тело. И тянем ее назад. Тянем ладонь к себе, растягиваем бицепс. Руки тоже нуждаются в заминке обязательно. Тянем руку в сторону. Расслабляемся. Вторая рука. Немного. Тянем локоть к себе. Растягивается трицепс. Вторая ручка. Молодцы. Руки в замок. Тянем грудь вперед. Наклоняемся вперед, ноги ровные, колени тоже у нас не выпирают. Стараемся как можно сильнее держать ноги ровными. Чем ровнее будут ваши ноги, тем эффективнее. К каждой ноге тянемся. И ко второй ножке. Центр. Держимся за ноги.
И встаем. Глубокий вдох и выдох. Держимся за стену и пододвигаем ногу к себе. Еще немножко, держимся. Растягиваем наши бедра. Вторая нога. Молодцы. Отдохнули. Сделали выпад в сторону. Носок смотрит вверх. Тянемся. Следим, чтобы пятка не отрывалась. Другая сторона. Локтем можете отодвинуть колено. Пониже старайтесь опуститься. И теперь попеременно в сторону. Выпад в сторону теперь. Колено не выходит. Вторая нога прямая. Опустили колено. Пододвинули ногу к себе. Держимся. Держим равновесие. Стоим так. Корпус ровный, отдыхаем, дыхание ровное. Молодцы, меняем ногу. Сидим. Опустили колено, пододвинули ногу. Растягиваем переднюю поверхность бедра. И встаем. Встаем, делаем глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Ну что, ребят, спасибо вам за сегодняшнюю тренировку. Встретимся, как обычно, в пятницу. Пока!